Я вам покажу номер. Это такой пародийный номер на одну известную шутку. Шутка старая, но недавно она стала очень популярной благодаря телевидению, радио. А как все начиналось? Был случай. Ребятишки узнали из рекламы телефон аптеки, которая предлагала какие-то последние средства от головной боли. И шутки ради записали на магнитофон 4 фразы. Первая. Добрый день. Вторая. А у вас есть что-нибудь от головы? Третья. Понятно. А есть карамбуру? И, наконец, последняя. А вы не подскажете адрес? А затем поднесли трубку к колонке и позвонили в эту аптеку. Алло, аптека слушает, алло. Добрый день. День добрый. Слушаю вас, слушаю. А у вас есть что-нибудь от головы? Да, конечно. У нас самый большой в городе выбор медикаментов. Можно сказать, есть все. Понятно. А есть карамбуру? А, честно говоря, я первый раз слышу об этом препарате. Нет, вы знаете, такого нету. Спросите в других аптеках. А вы не подскажете адрес? Напишите. Город Москва. Ой, дальше не помню. Адрес поняли? Все, до свидания. Добрый день. Господи. Сразу видно больной. Мужчина, мы с вами уже здоровались. Вас еще что-нибудь интересует, кроме головы? А у вас есть что-нибудь от головы? Да, я чувствую, вам не мешало бы подлечить. Я вам еще раз повторяю, у нас есть все для любой головы. Даже для такой, как ваша. Все, кроме этой харимамбуры. Вам понятно? Понятно. А есть харимамбуру? Ой, как все запущено. Мужчина, я боюсь, вам не к нам надо. А вы не подскажете адрес? Мужчина, вам туда надо, где справки выдают, желтого цвета. Все, до свидания. Добрый день. Мужчина, день давно уже не добрый. Я смотрю, у вас давно с башкой-то. А у вас есть что-нибудь от головы? А это вы спросите у санитаров при встрече. Я смотрю, вы из буйных, вам там будет весело. Я понятно для вас выражаюсь? Понятно. А есть карамбуру? Есть. Кого там только нет, мужчина? И Хару, и Мамбуру, и Джавархенал Неру. А вы не подскажете адрес? Мужик, ты не бойся, тебя привезут. Ты только на улицу без надобности не выходи. Ты скажи, звать тебя как? Джордана Бруно? Добрый день. Ах, вот как тебя звать, добрый день. Ты, наверное, индеец, добрый день. Добрый день, ты в детстве с лошади не падал вниз головой? А у вас есть что-нибудь от головы? Добрый день, я чувствую, тебе уже ничего не поможет. Еще немного, и мы будем лечиться вместе. Понятно. А есть харамбуру? Будем есть харамбуру. 3 раза в день, милый. А вы не подскажете адрес? Подскажу. Я тебя сейчас по такому адресу пошлю. Забудешь, как звать тебя. Добрый день. Ты смотри, помнит еще. Извини, я забыла представиться. Меня зовут Клара Цеткин. А у вас есть что-нибудь от головы? Топор! Специально для таких, как ты, держим. Тебе понятно? Понятно. А есть харамбуру? Слушай, мужик, а не пошел бы ты? А вы не подскажете адрес? Все, мужик, ты дождался. Даю адрес. Пиши!